вас, дорогие друзья, с вами я, Анастасия Час. Ну что ж, сегодня пятница, 30 сентября, последний рабочий день месяца. Я вас поздравляю, надеюсь, месяц у вас был удачным, был у вас ураганный профит, хороший, радостный месяц, полный счастья, полный энергии, полный света, любви, добра и всего-всего самого хорошего. Надеюсь, у вас случилось в этом месяце. Ну а сейчас мы, как всегда, переходим к обзору. И на экране у нас евро-доллар. Мы начнем с анализа уже традиционно. Вот я не меняла, что было, то и показываю. Вчерашний день показал, что мы пойдем вверх. Но мы сначала, я говорила, повторюсь, что вот пришли, протестировали. Лоу вчерашнего не обновили, хай обновили. Вот мы дошли как раз до линии недели. И ну вот видите, какие волны туда-сюда, и сейчас уже опять мы, сейчас я поменяю, сделаю маленькую паузу, но прежде чем это вот хочу сказать, что смотрите, видите, насколько уже сужается коридор, то есть, подгоняет, и я надеюсь, что сегодня будет прорыв в какую-либо сторону. Пока что недельный тренд показывает все-таки вверх, но посмотрим. Сейчас я паузу сделаю и поменяю. Ну что ж, на сегодня нам показывает евро, что мы будем двигаться вниз. Ну, посмотрим, что будет. Недельный так и остался вверх. Сегодня показывает разворот вниз. Возможно, все-таки будет сегодня пробой. Посмотрим, какая следующая цель у нас внизу. А следующая цель у нас внизу при движении вниз — это 1.11.44. Следующая внизу цель — это 1.115.85. Ну, вот такие вот цели у нас сегодня внизу. Ну, а вверху по-прежнему остается недельная. Это 1.126.22. Ну, вполне возможно. И линия месяца 1.124.60. Вот такие цели вверху и вот такие цели внизу. Вот такой вот, видите, коридор мы можем сегодня отработать. Ну, в принципе, как и вчера. И даже чуток ниже. Вот такие ожидания у нас по евро-доллару. На очереди у нас пара доллар-франк. Ну что ж, доллар-франк вчера, как я и говорила, вот я говорила, что показала пересечение и прямо практически на открытии, и пойдем вниз, что в принципе и произошло. Мы достаточно долго тестировали вот волшебный индикатор и прорвались, и вот пошли как красиво вниз, видите, нисходящий. Ну а на сегодня сейчас маленькую паузу сделаю и скажу. Ну а на сегодня доллар-франк показывает нам, что пока что тренд нисходящий, и недельный тренд продолжает оставаться нисходящим. Вполне возможно, что мы еще до самого вечера вот будем идти сюда вниз, а здесь вот показывают, ну, как бы на следующей неделе, то есть в понедельник возможен разворот вверх, но вполне я допускаю, что и сегодня можем уже развернуться, можем дойти, потому что давайте посмотрим, если посмотрим на днях, вот цель у нас на днях — это 0.960.90. Ну, возможно, протестируем и пойдем даже еще ниже. Это 0.958.20, где-то вот так. Запоминайте эти цели внизу. Ну, в случае все-таки разворота, потому что сегодня пятница, всякое может быть. Цель вверху — это 0.978.70. Вот такие у нас цели сегодня по доллар-франку. И на очереди у нас следующая пара
Фунт-доллар. Ну что, фунт-доллар? Фунт-доллар, вот единственное, что вчера показывал тренд восходящий, но мы как раз-то противоположное. Ну, в принципе, мы пошли вверх, обновили хай позавчерашнего дня, но потом все-таки движение сменилось вниз. К сожалению, мне это, ну как, они, я говорила, что вот эти линии, они в течение дня меняются на днях. На неделях они как бы остаются, на днях они меняются, смещаются. Так что, если бы я их поменяла, то есть посмотрела внутри дня, в середине дня, там, в течение дня, то они бы показали, что да, все-таки мы разворачиваемся, пойдем вниз. Однако, даже и так можно было понять, вот мы проткнули, оттолкнулись и, видите, закрепились ниже вот этой линии дневной, поэтому можно было отсюда с уверенностью встать вниз, хотя бы до, вот, до красной, но, в принципе, по мувингам, то я понимаю, что вот сюда мы конкретно. Вот, но вот недели мне показывают, что мы все-таки развернемся вверх, то есть вполне возможно, что мы сегодня где-то отсюда, ну я не знаю, сейчас сделаю маленький перерыв и посмотрю, что нам показывают. Ну что ж, дневной тренд нам показывает нисходящий, вот посмотрите, возможно пока что в этом диапазоне будем работать, но это где-то вот можем сюда вниз идти. Потому что по фунту, если так посмотреть, то никаких целей внизу нету. Все цели вверху. Что на днях, что на неделях, что на месяцах. Все цели вверху. Вот. Вот, поэтому, смотрите, все цели вверху, так что вот на неделях, я говорю, нам показывает, что мы развернемся, чуть-чуть подкорректировала, что показывает недели, что мы все-таки развернемся, так что вполне я ожидаю, что сегодня при всем, что показывает движение вниз, мы можем дойти где-то до, вот, либо до недельной линии, сейчас это где-то уровень какой, так, это где-то 1,294,28, ну, возможно, даже и ниже. И отсюда развернемся и пойдем вверх, потому что цель все-таки вверху, вот она, 1,305,17, ну, и следующая цель на неделях 1,309,14,15, вот где-то такие ожидания. По фунту долларов. Фунт доллар, да. И следующая пара у нас. Доллар иена. О, как красиво опять доллар иена уже отработала. Что я хочу сказать? Вот, в принципе, вчера доллар иена практически отработала. Тренд был восходящий, но вы видите, что она уже практически на открытии, ночью уже так. Но потом она еще пошла, обновила. И вот она в этом треугольнике показала восходящий. Я вчера говорила, что очень даже возможно перед походом вверх мы еще вернемся тестировать. Мы вернулись, вот, протестировать линию недельную, как бы закрепились. И выше этого волшебного индикатора. И вот на открытии пошли еще вверх. Но хай сегодня мы не обновили. Ну, посмотрим, что и вернулись опять тестировать. Сейчас я сделаю маленький перерыв. И посмотрю, что на сегодня. Ну, сегодня, конечно, движение нам показывает, что изменилось. Тренд сменился на нисходящий сегодня. Ну, видите, пришли тютелька в тютельку, протестировали линии недельные. А недели нам показывают, что мы разворачиваемся потихоньку. Ну, так что где-то во второй половине дня вполне возможно, что мы можем пойти вверх. Потому что внизу, сейчас посмотрим, есть какие-то цели у нас внизу. Нет у нас цели внизу по иене. Все вверху. Так что вниз свободное падение, скажем, свободное движение, пока мы вот закреплены ниже вот этого уровня, очень даже похоже на то, что свободное. Но видите, что у нас очень-очень долго мы тестируем, видите уже сколько времени, мы тестируем уровень 101-240, вот так вот где-то. Вот здесь находится цель на неделях, и вот она никак не определится все-таки куда, пробой вниз, потому что вниз еще есть вот куда идти, на неделях у нас есть цель внизу,
А на остальных и на месяцах, в принципе, еще есть цель внизу. Поэтому пока посмотрим. Но недели нам показывают, что мы развернемся вверх. Ну, возможно, следующую неделю немножко опять пойдем вверх и опять продолжим вниз, потому что вот на неделях, видите, сколько, возможно, еще чуть-чуть вот так вот пойдем. Для того, чтобы пробиться вниз. Видите, как заходит в такой в треугольник. Ну, флэт получается. Вот такие ожидания у нас по паре доллар-иена. Ну, я не сказала, да, не сказала, что вниз. Если мы все-таки пробьемся вниз, то цель внизу далековато. 906-421. Но ближайшее все-таки... Сейчас, чтобы увеличить. Ближайшее. Ну, ближайшее где-то вот находится здесь. Здесь скопление мувингов. И ближайшая цель находится 908-150. 908. Вот где-то так. Ближайшая цель. Так что вполне возможно, что может случиться пробой. Итак, дорогие друзья, это все, что я хотела сказать на сегодня. Поздравляю вас с окончанием недели, поздравляю вас с окончанием месяца. Желаю вам всего самого-самого доброго, хорошего, приятных, классных выходных вам. Хорошо вам отдохнуть, сменить, как говорится, смену деятельности. И всего вам самого доброго. С вами была Анастасия Час. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я с радостью всем отвечу. Пока-пока. До следующего обзора, до следующего месяца, до следующей недели.